Стоп. 9 января ты родился 40-го года. А 9 января ты подходишь под 39-й, как мой дядя Коля. Год кота. А ты не дракон. Да. А я думал, ты дракон, как мой батька. Ты дракон. Ты год кота, 39-й. Да. Считай, 39-й там сразу. Я там не января только. Ладно. Дядя Коля меня всегда любил и уважал. Мы суетов, дядя Коля. Он тоже был 39-го года. Рано ушел из жизни в 80-м году. Он на тракторе там работал, ну, это матери. А я думал, ты дракон, как мой отец. Отец у меня был 28-го года рождения. Я думал, ты как Джон Леннон, Битлз, родился 40-го года. Джон Леннон. А ты, кажется, 39-го. А кто у нас 39-го родился из знаменитых? Я не знаю, кто родился из знаменитых. Ну ты же год кота, 39-й. Антонина, наверное, нет, ну я ж не 40-го года. Я ж 40-го года, ну считай. Но китайский гороскоп начинается 16 февраля. А. Ты понял? Китайский. Поэтому у тебя год кота. Антонина была кризисная, на 50-й. Ну а что мне Антонина? Ну, сельская женщина, ну, поэтесса. Ну, что ж, ну, вам, ну, стихи мне нравились, и она мне нравилась, и стихи. Конечно, у нее тяжелая судьба, у Антонины тяжелая. Тяжелая. Я так считаю. У нее же был друг этот, как его, был, вот, фок этот, культурно-оздоровительный комплекс. Петров? Нет, не Петров. Это как его? Как его называли?